Здравствуйте, друзья! Такое, можно сказать, почти туманное, ну, такое мрачноватое утро 1 января 2017 года в Санта-Крус. Тут вы видите солнышко, там пробивается с трудом через тучки. И мы потихоньку приходим в себя. Мы легли спать в 6 утра, и проснулся я в 10, и как-то так получилось, что растревожил тут гостей. Нехотя, но в общем, гости начали выползать, мы позавтракали, и вот я пошел что-нибудь такое поснимать, значит, поскольку уже светло стало. Хочу сказать, что мои любимые лимончики, это трехлетний куст, друзья, вот вы видите, что бывает за 3 года, мои любимые лимончики начали желтеть. Понимаете, я все думал, неужели они никогда не пожелтеют, а еще Гарик, прораб, цинично, говорил мне, что тут воды им не хватает. И они не пожелтеют никогда, и, может быть, даже они не лимоны, а лаймы. Представляете, вот так лимон лаймом назвать. Они здоровенные. Вот я вам для сравнения, вот, пожалуйста, вот мой кулак, смотрите, вот там 100-килограммовый мужик, вот у него кулак, и вот, вот такие, значит, эти лимоны. Они большие, можете мне поверить. Вот, эти еще не такие желтые, они так с зеленцой. Ну, в общем, это такой радостный процесс. Я с удовольствием обнаружил процесс желтения. И больше того, я с удивлением обнаружил, что еще новенькие подходят. Смотрите, вот эти они маленькие, вот их тут парочка, да, знаете. Вот тут еще такой сложных форм, прям чистый персик. Вот, вот, о, вот тут парочка, и тут парочка, и тут вот, я извиняюсь, гроздью висят. В общем, процесс продолжается. Куст надо, конечно, обрезать. Хотя я сам не умею и не знаю как, но чувствуется, он разросся. В общем, Новый год начинается с пожелтения лимонов. Вот даже солнышко выглянуло. Будем считать это знаковым событием. В общем, просыпаемся, отходим, приходим в себя. Я понимаю, что у нас с вами разница в 11 часов, это если с Москвой, с другими территориями там как-то по-своему, плюс-минус, там час-другой, третий-десятый. Ну, в общем, мир просыпается вместе с нами. Как бы сказать, слушайте, это же первое видео у нас в новом году, ну, в моем новом году это первое видео, поэтому я думаю, что мы начинаем его неплохо. И у нас, кстати, к этим лимончикам есть под что, так что, в общем, я оптимистично смотрю на наступивший год. И надеюсь, что вы тоже. Счастливо, друзья, до встреч на нашем канале в новом году.